крайне редко открывается. Иди ко мне. Друзья, обратите внимание. Альпийские луга заканчивают свое существование на высоте 2700-2800. Вот я сейчас нахожусь на высоте 2750. Допустил одну ошибку. Первое. Перед выходом в 9 утра я встретил одного гаврика, который мне сказал: там проблемы с водой нет, так что много не бери. Я его послушал. Мой скромный провиант закончился в 12 часов, а сейчас время 15:30. Высота 2750. Судя по всему, мне до ближайшего источника идти еще часа 4. Так что разбить я смогу лагерь только тогда, когда найду воду, а это будет уже в темноте. Не допускайте таких ошибок. Это главный вывод, который мы все должны сделать. Посмотрите на эту красоту. Буквально минуту назад видимость составляла 100%. Какие виды, какие закаты. Прекрасная картинка, не правда ли? За ней всегда скрывается что-то другое, более страшное. Вот, посмотрите. Вот он, Казбек. И шум долгожданной воды. Тающий ледник. Вопрос с водой закрыт. Ура, ура! Это вода. Друзья, в горы надо ходить по трем причинам. Первое. Такие прогулки только здесь. Второе, это прокачивает лично вас. И третье, самое главное, это красиво. Вот так пробираемся мы к своей главной вершине, Казбек. Мороз, ветер, высота, это всего лишь атрибутика, специфика. Это лишь фон для познания самого себя и своих друзей. Помните, как Владимир Семенович Высоцкого? Вон Шура ползет. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Горы — это постоянное сопротивление. Давай, поднажми. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Мы в палатке Шуры. Рядом с тобой высота 3200. Шура, помогай. Не брони, конечно. Вверх таких не беру, не думай. Про таких не пою. Поставили палатку. С утра покажем. Вам.
Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он ура, с тобой, ура! Как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Безгранично всех приветствую, с вами Сергей Зверев. Сегодня 21 августа 2018 года. Время по Москве 13:35. Я стою на вершине горы Казбек. Я безумно этому рад. Высота 34 метра. И отсюда, Платон, сынок, я передаю тебе привет. Петя, Кирилл, Маша. Папа. У меня это получилось. Минуту назад можно было наблюдать весь Кавказский хребет, потом море облаков. А теперь Казбек проявляется в Уральце. Скоро увидимся. Я хочу вам всем позвонить, но здесь нет связи. Разве что все получилось. Я скоро буду. Друзья, а как вы прогуливаетесь? Thank you.